Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Франсуа Дюмон, французский скульптор эпохи барокко. Родился в семье скульптора Пьера Дюмона в 1687 году. Точная дата рождения не установлена. Я пользуюсь Википедией. Первые уроки художественного мастерства получил под руководством своего отца. 24 сентября 1712 года Дюмон принимается в члены Французской Королевской Академии. При этом его приемной работы становится находящаяся ныне в коллекции Лувра мраморная статуэтка «Титан, пораженный молнией». 21 ноября 1712 года скульптор вступает в брак с Анной Франсуазой Куапель, сводной сестрой художника Антуана Куапеля и Ноэля Никола Куапель. Значительный интерес представляет также созданные Дюмоном четыре статуи для Парижской церкви Сен-Сюльпис святых Петра, Павла, Иоанна и Иосифа. Все 1712 года. В ателье Дюмона работали такие известные мастера скульптуры, как Жакоб Сигберт Адам и его сын Ламбер Сигберт Адам. Художественному образованию последнего Дюмон уделял особое внимание. Получил награды «Римская премия». Умер 14 декабря 1726 года в Лилле. Вот так вкратце, данных не очень много о французском скульпторе эпохи барокко Франсуа Дюмон. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.